Ветеранам Великой Отечественной войны в Ленске выразили благодарность. Администрация района, жители и молодежь подготовили программу празднования Дня Победы в Доме культуры «Юность». Подробнее расскажут мои коллеги. Мероприятия, посвященные 9 мая, в Ленске начались традиционно с праздничного шествия. На площади Ленина была сформирована колонна, которую возглавили ветераны ВОВ и тыла, сотрудники внутренних войск, МВД, МЧС, особая колонна «Бессмертный полк», где дети, внуки, правнуки собрались в единый строй и с гордостью пронесли транспаранты с фотографиями своих погибших на полях сражений родственников. Вот здесь вот на фотографиях моя мама, она участник трудового фронта, так как 14 лет стала трудиться. Это ее брат, мой дядя, Исаев Леонид Дмитриевич. Он был забран отсюда с первой школы в 42-м году вместе с учителем и с классом. Также мой дедушка с братом, два дедушки моих, Исаев Арсентий Петрович, он дошел до Берлина, и Исаев Дмитрий Петрович, который защищал блокадный Ленинград. Ну вот, приучаю детей и внуков, чтобы все знали свою историю своей семьи. В этом году шествие «Бессмертного полка» приняло участие 650 ленчан. По центральной улице города колонна проследовала к мемориальному комплексу на площади Победы, где и состоялось торжественное открытие митинга, посвященное 72-й годовщине Победы. Праздник Победы – это праздник нашего достоинства, нашей памяти, праздник, который обеспечивает будущее нашей Родины. Из ушедших на фронт 3571 ленчанина погибло и пропало без вести 1017 человек. После торжественной части иерей Дионисий Сеничев совершил молитву над погибшими на полях сражения. После память почтили минуты молчания. В завершении митинга состоялось торжественное возложение цветов к вечному огню. Еще тогда нас не было на свете. Далее был дан старт спортивной эстафете. После митинга центром проведения праздника стала площадь Ленина, где прошли торжественные мероприятия и тематические площадки. Стана Балеева, Алексей Семенов, НВК СХ, Ленск.